Друзья, всем привет! Всем приветище! Вот, оказывается, видите, все-таки прихватило морозом наше растение. Ну, что ж поделать. Будь здоров! Кто тут чихает у нас? Кожаный нос. Коты. И вот вот, вот вытоптали полянку здесь. Идем, идем, пройдемся. А с этой стороны еще не цветет каприфулька. Ничего, подождем. Здесь получше. Сейчас будем поливать. Сейчас будем весь огород заливать. Рыжулька выспался. И решил пройтись, прогуляться. Такая морда заспанная. Рудик. Кисюня. Что такой заспанный? Такой маленький по сравнению с собакиным. Да, да. Сейчас будем персики тоже заливать. Все сухо, все сухое, еще и ветер. Вроде принялся, молоденький. Всего требует полива. Какая-то болячка, надо убрать. Еще один листик. Оп. И все. Остальное все чистое. Пуня, господи, Рудик. Рудик, Кисюня. Тут не надо. О, там можно. Сегодня вот эти листья аж попадали на землю. С бурячка с нашего. Ничего, сейчас. Сейчас все зальем. Кабачки тоже. Потихоньку начинает. Он уже второй, третий лист выпускает. Здесь у нас процесс очистки продолжается. Работает насос. Вот он у нас. Меняю картриджи. Кстати, как говорят сейчас, лайфхак. Здесь стоит внутри картридж. Я для того, чтобы продлить срок службы картриджа этого, беру по ширине его, вот он такой ширины, вернее длины, высоты, вот это фрикенбок салфетки, у нас они называются фрикенбок. Я их разрезаю на такие полосочки и наматываю прямо на вот этот картридж вокруг, и весь мусор задерживается на них. Часть, конечно, проходит и на сам картридж, на очистительный элемент. Ну, кому пригодится, берите на заметку. Тут, конечно, еще чистить и чистить, но ничего. Добьюсь я кристальной чистоты, как обычно. Здесь у нас процесс подвязки пошел. Оксана Сергеевна тут занимается. Сейчас такой яркий запах помидор. Листья выделяют такую какую-то вот субстанцию, которая пахнет сильно. В общем, процесс идет. Думаю, где мой кот? А вон тут он, потягушечки у него. Да, Кисюня? Он балдеет под забором на солнышке. Отдохнул? Хе-хе. Ладно, иди куда шел. Здесь на заброшенном участке орет какой-то кот. И собака, естественно, возмущается. Так, у нас тут поспели вишни. Они не все сразу спеют. А так, частично. Но уже можно кушать. Я уже кушал сегодня. Сейчас не хочу, а то у меня пойдет обильное слюноотделение. Они такие кисло-сладкие. Ну, вкусные. Эта вишня тоже не за горами. Вот эта вишенка выросла из косточки. Она была немножко меньше, я предлагал. Кому только не предлагал, забери. У нас это никому не надо. У всех этой вишни, скажем так, очень много. Город в таком, в дымке, в дыму.
потому что очень сильно горят леса в Красном Лимане. Сейчас он называется просто Лиман. И вот сейчас я выйду на берег. Посмотрите, там видно такая небольшая задымленность. Ну как, не сильно, не критично, но все-таки она присутствует. Вода упала очень сильно. Чайка летает. Кто-то написал в комментариях, вот это вот портит внешний вид, шатер. Ну, друзья, что-то толковое сюда повесить. Как бы так, есть другие. Если на другие нужды потратить эти деньги. А так он защищает от солнца. Баклан, только что он снялся с воды. Именно баклан, не чайка. Здоровый такой полетел. Вот видите, какая дымка. Сейчас на солнце разверну камеру. Посмотрите. Вот. Это все дым. Ну, запаха гари такого отчетливого нет. Ну, задымленность присутствует. Астматикам сейчас не очень. Сколько птенцов плавает по воде? Лебедей не видно. Вот там где-то у них гнездо посредине. Если я правильно понял, они сегодня утром оттуда выплывали. С той стороны кто-то купается, кто-то орет. Молодежь дуркует, наверное, как обычно. Кто там, Собакин? Купил такой небольшой градусник для воды, для измерения температуры воды. Я сегодня мерил, была температура воды 14 градусов в бассейне. Представляете? Ледянючая вода. Вот есть на территории бывшего сользавода, там есть самоизливающие скважины. Я как-то ездил уже туда. Сейчас я дождусь. Аквабокс заказал на ту камеру, на которой я сейчас снимаю. Ей хоть и можно снимать без аквабокса на определенной глубине. Просто, ну, агрессивная среда, вода соленая. Лучше, как говорят, перебдеть, чем недобдеть. И вот когда получу аквабокс, еще раз поеду туда, сниму. И вот температура круглый год этой воды составляет 14 градусов. Насколько я помню. Я не увидел сначала кошку слева. Я думал, Рудик охотится за птичкой. А это Рудик охотится за Люсей. Ты кого-то там увидел. Так, а ты куда зашел? А ну, выйди с огорода. Иди сюда. Тебе туда нельзя, пошли. Какая умная собака. Так, друзья мои, пойдем, мы сейчас займемся поливом. Это все надо увлажнить. Сидит мудрый кот. Да, мудрейший. Сидит, что-то какую-то думу думает. Всем, друзья, огромнейшее спасибо. Всем мира, добра. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.